я хотел бы разобрать? Очень много, знаете, вот людей, то есть блогеров, которые вот тут что-то тут рассуждают, пишут и так далее, так далее. Но на самом деле, там, знаете, вот эти все рассуждения. Ага, вот как раз смотрите. Видосик, ну, я так понимаю, сразу скажу, у меня хорошее отношение к этому человеку, потому что он на практике доказал, что он может, и это сделал. Но далее, как бы сказать, знаете, вот модно, или как бы сказать, вот хотелось бы покормиться на видосах разные там, допустим, что-то там рассказывают. Итак, как поднять тестостерон? Вот тут он советует, значит, брокколи там, банан там и так далее, и тому подобное. Как же продлить вот это мачо 16-летнее подростковое? Брокколи почему-то поднимает тестостерон. Можете представить, настолько я люблю имбирь. Самое большое количество тестостерона выделяется, когда банан ест девушка. Ага, ну вот это. Ну что, дорогие мои, не всегда хочется прибегать к каким-то спортивным добавкам по типу трибулуса и прочее. Не всегда, потому что в ней много жира, но где мы возьмем деревья? Нести к белковым продуктам, которые помогают вырабатывать тестостерон. Также в желтке яиц содержится холестерин. Так, перечислены все различные там, знаете, вот как бы сказать, продукты, которые на самом деле, ну, будем говорить, я бы сказал так, по минимуму влияют на выработку тестостерона. На целебной кулинарии я уже много-много лет назад рассказал, что, смотрите, есть такой препарат Виардо, который поднимает потенцию. Вырабатывается он из проростков пшеницы, масла проростков пшеницы, вот это вот все это делается, и, значит, капсулируется и продается. Так позвольте, если мы с вами проращиваем пшеницу, берем просто-напросто ее горсточку у блендер, добавляем туда, допустим, того же кефира или просто что-то кисломолочное, можем туда для вкуса еще медка там добавить, все это перемешаем, можем там для цвета даже тоже брокколи добавить, тот же банан там добавить, то есть мы получаем с вами такой коктейль, в котором главным является проросшая пшеница. Проросшая пшеница содержит, ну это как нас биология там учит, содержит витамин Е, который как раз напрямую влияет на наши тестикулы для того, чтобы они вырабатывали тестостерон. Плюс, сама, когда прорастает пшеница, там содержится вот этот вот жизненный фактор, то есть вот жизненная энергия, которая нужна для того, чтобы, понимаете, можно загрузиться огромным количеством каких-нибудь стимуляторов, еды, брокколи, яиц и так далее. Но если в организме уже нету силы, он может его просто, все вот эти продукты, не усвоить, и это все его отравит. Это так. К слову, при прорастании в пшенице образуется гораздо больше витаминов группы В, которые нам нужны, причем это естественные, Е, там, Д, С и так далее. Плюс крахмал превращается в солодовый сахар. Это уже не крахмалистый продукт, а это уже растительный продукт. Невероятно активнейший. И естественно, я сам кушал. Почему я кушал? Вот. На следующий день, после того, как вы выпили этот коктейль, уже у вас потенция становится гораздо выше, нежели была. И речь не идет, знаете, вот здесь, как бы сказать, вот мачо 16 лет. Вот возьмем так человека в 16 лет, ну, допустим, юношу, и, допустим, меня, человека в 60 с хреном лет. В чем разница? Разница в тестостероне. Может быть, разница в жизненной силе. Что в 16-летнем организме
этой жизненной силы намного больше, которая обеспечивает потенцию. Вот это самое главное. А не то, что тут мы этот, одно тут этот гормон будем качать. Тут надо все в комплексе, чтобы у нас была сила и гормоны, и будем говорить вот это вот, и белковые вещества, чтобы вот это вот в связке все действовало, а не просто там вот, вот это вот. Естественно, у 60-летнего человека жизненной силы намного мало, мало ее. И поэтому там, вот у него такая там потенция и прочее, 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 прочее. Ну что еще можно сказать? Конечно, с возраста все это меняется, что в 16 лет много чего хочется именно насчет того, чтобы реализовать свою потенцию. А после 60 она уже реализована, уже совсем другие интересы. Но тем не менее, если вы будете использовать проросшую пшеницу, я там рассказал, как ее можно много проращивать, как с нее можно сделать прекрасные блюда, и как они великолепно работают, вы все это ощутите. Вы можете сохранять эту потенцию и после 60 лет, и после 70 лет. Ну, для справки, у меня 3 детей. 39 лет, 34 года и 10. Так, чтобы это самое. Вдобавок, я занимаюсь gravitation гимнастик или там изодинамическая гимнастика на тренажере. Вот. Который позволяет воздействовать на костный мозг, который вырабатывает и красные кровяные тельца, который вырабатывает и эти самые стволовые клетки. Стволовые клетки выходят из костного мозга, циркулируют по всему организму и замещают старые изношенные клетки. То есть как бы обновляется организм. И естественно дает огромную энергетику. Ну и в заключение, что я хочу сказать, я там написал, сделал свою запись на канале Кирилла, что я вот сегодня в становой тяге, но это нельзя сказать, что это становая тяга, это самая-самая ее заключительная часть. Я потяну 550 килограммов. Я пропустил через себя огромную энергетику. Я вот эти вот ноги, суставы и так далее, и тому подобное, и спину, которая у меня была в 16-м году, так сказать, это самое, на грани инвалидности, я это все перестроил уже. Совершенно в иные структуры, без всяких костоправов, там, я очень много прошел, я же сам тяжелоатлет, мастер спорта по тяжелой атлетике. Вот. Много я чего прошел, много я чего видал и испытал. Ну вот это позволяет, знаете, приобретать колоссальную энергетику, обновление организма, ну и прочее, прочее, прочее. Вот я все это дело еще проверяю. Я там написал Кириллу, что разные методы вообще есть. Восстановление спины, восстановление суставов, восстановление здоровья и так далее, так далее, так далее. Вот во всем этом деле разобраться, понять и применять. Так что с подъемом потенции я очень хорошо знаком. И самое простое, и естественное, и доступное, и копеечное. Пошли на базар, купили ведро этой пшеницы. И всю зиму будете проращивать и есть, вся ваша семья будет вот с такой вот потенцией. На этом я заканчиваю.